Всем привет, с вами Чайна Плюс, и сегодня мне пришла очередная посылка из Поднебесной, а именно с сайта AliExpress. Что он здесь находится? Здесь у нас находится такой коврик липкий для машины, который вы крепите к приборной панели и ложите на него там всякие разные штуки, типа ключей, там, телефонов и так далее. В общем, вот давайте посмотрим, что с вас такая посылка. Здесь у нас конверт такой. Вот. В принципе, здесь нечего показывать. Можно только сзади посмотреть. Отправлено было почтой Гонконга. Оценено продавцом в 55 центов. В принципе, это его реальная цена. Я за столько его заказывал. Вот. И в принципе, это все. Шла она в рекордные сроки. Просто я удивился. Я ждал другую посылку. А тут пришла эта, ну, думаю, ладно. Вот, и пришла она за 9 дней. Да, 9 дней. Ну, для меня это рекорд. У меня была посылка самая быстрая за 11 дней. Теперь вот такая штука мне пришла за 9 дней. В принципе, думал, что она будет больше. Вот такой вот коврик маленький. Но он безумно липкий. Я просто офигел, когда его подержал. То есть там прикрепил к нему что-то. Вот, я сейчас вам это покажу как раз. Вот. Вот такая вот у него текстура. Вот. Такие типа дырочки там. Весь в пленке. Сейчас я его сниму. Ох. Да, что-то он вообще... Думал, он не такой прям сильно будет. Ну вот, посмотрите, сейчас даже что-нибудь прикреплю. Не знаю, что тут у меня есть. Вот ножик, например, будет он держаться. В принципе, ножик какой-то тяжелый. Достаточно. Вот, положил его. Давайте чуть-чуть попробуем сделать. Ну, блин, вот я его держу, да. Не падает. В принципе, не хочу сейчас ронять. Ну, в общем, он держится, вот. Видите, он не падает даже так. Оп, упал. Ну, в общем, понятно все, да? Никаких следов не оставляет. Это просто кусок резины. Очень липкий. Вот. В принципе, даже больше похоже на силикон, но очень твердый силикон. В общем, рекомендую заказывать. Ссылка будет, конечно же, в описании, как всегда. Ну а с вами был Чайна Плюс, подписывайтесь на канал, оценивайте видео и делитесь комментариями. Всем удачи, всем пока.